Общая протяженность построенного распределительного газопровода составляет 3,6 километра. Это второй источник газоснабжения Одинцовского района, который позволит обеспечить необходимым количеством газа стремительно развивающуюся территорию, выполнить масштабную работу по реконструкции котельных, тем самым обеспечить безаварийное и надежное газоснабжение. Это второй источник газоснабжения города Одинцова. Мы закольцевали в данном случае газопровод, и общих сетей построено более 3,5 километров. И начало строительства было в 2005 году, и только буквально в последние два года мы увидели активные темпы в связи с новым руководством Мособлгази, с теми программами, которые курирует и контролирует лично губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев. Мы сегодня можем стоять на открытии и на запуске этого второго источника газоснабжения. Программа газификации региона разработана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева сроком до 2025 года. Она позволит обеспечить газом более 290 тысяч жителей Московской области. Действительно, у нас на территории Московской области реализуется масштабная программа газификации. Необходимо отметить, что вот за последние три года она в 3,5 раза газифицировала больше мы населенных пунктов, больше жителей получили газ и больше предприятий получили возможность также развивать свой бизнес и также получили это голубое топливо. И губернатор в своем обращении в этом году несколько сместил акценты и поставил задачу Мособлгазу не только газифицировать населенные пункты, но и наши индустриальные парки, наши промышленные площадки для возможности предприятий подключения к газу и для того, чтобы у нас создавали новые рабочие места, для того, чтобы увеличивалась налогооблагаемая база, а это как следствие и все социальные наши программы. Согласно плану, в 2016 году в эксплуатацию будут сданы 78 объектов. Как отметил глава Мособлгаза, этот объект особенный с инженерной точки зрения. Для предприятия это самый протяженный переход, выполненный бестраншейным способом, методом наклонно-направленного бурения. Идея строительства этого объекта появилась в 2005 году. И тогда, в общем-то, первые проектные решения стали разрабатываться, но потом по ряду обстоятельств работы были остановлены, и лишь только в начале прошлого года удалось полностью окончить проектные работы, получить все техусловия от смежных организаций, и сразу же мы приступили к работам. Объект действительно уникальный с точки зрения того, что проходит в стесненных условиях, кругом, значит, высокая плотность различной инфраструктуры. Программа по развитию газификации в Московской области позволит в Одинцовском районе построить 6 объектов газового хозяйства общей протяженностью более 37 километров и осуществить подачу газа почти 3000 человек. Как отметил Дмитрий Голубков, что за последние 4 года число абонентов Мособлгаза увеличилось на 20 тысяч человек и на начало года составило более 134 тысяч, что говорит о большой и продуктивной работе. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».